Пешеходная или все-таки проезжая? На этой неделе дорожные знаки перед въездом на улицу Спасскую должны поменять. Госавтоинспекторы провели проверку и выяснилось, два ограничителя противоречат друг другу. Что изменится в ближайшее время, расскажет Наталья Бакерина. Пешеходная Спасская, оказывается, сегодня уже не пешеходная. Знак разрешает прогуливаться здесь только в выходные и праздничные дни. Сегодня понедельник, а это значит, что любой человек, который здесь ходит, может получить штраф за нарушение правил дорожного движения. Может, но никого не штрафовали, говорят в госавтоинспекции. Все знают, что это часть улицы Спасской, зона для прогулок. Знак 5.33, пешеходная зона, тому подтверждение. Правда, звездочка, которая на нем, вносит свои корректировки. При этом здесь есть и другой знак, кирпич, который запрещает въезд любого транспорта. Получается, что на рабочей неделе на Спасской не должно быть никого, ни пешеходов, ни машин. Я с той стороны зашел, там знака не было никакого. А с той стороны есть знак, там такая звездочка. Ну, буду знать, спасибо. Водители грузовиков и газелей приезжают сюда разгружаться в магазины и офисы в будни и тем самым нарушают правила. Впрочем, многие кировчане совсем не против. Хотя Спасская, говорят, все же должна быть пешеходной, а не проезжей. Подъезды, там, выгрузки, разгрузки, например, конечно, надо, там, если кому-то надо, то да, а всякие легковые, которые обычно здесь ездят, как бы я не считаю, что не должны они здесь ездить. Вот если нужно что-то подвезти, ради бога, я ж могу понять это. А так, конечно, пусть она будет пешеходная. Машины не должны ездить. Но только для пешеходов. В нашем городе должно быть хоть что-то прекрасное. В конце августа администрации внесено представление об изменении организации дорожного движения на этом участке Спасской. И уже на этой неделе, по информации ГИБДД, знак здесь должны поменять. Администрация примет решение о организации пешеходной зоны на постоянной основе, то есть демонтируют табличку в рабочие праздничные, в выходные праздничные дни. Там имеются иные подъезды, альтернативные подъезды к территории Водворовых, то есть все магазины, все предприятия могут заезжать с внутренней территории. Это значит, что на Спасской ездить будет запрещено абсолютно всем, и она станет в полном смысле пешеходной, в том числе и по документам. Наталья Бакерина, Алексей Зырянов, Бюро новостей Давича.